Так. Ну что, начнем? Все уже собрались. Я так понимаю. Наверное, все. Вот, план работы на сегодня у нас будет такой. Значит, сейчас лекция. Не такая длинная, чтобы оставить вам немножко сил. Вот, затем, возможно, если останется на этой паре время, то мы попробуем там с лабораторными работами что-то разобраться, но у вас прогресс-то есть, я думаю. Тут у меня еще было отмечено несколько человек, не сдавших первое. Вот, они вообще тут присутствуют, такие люди. Так, двое, да? Но у меня там больше, кажется, как числа не сходятся. Вот. То есть на самом деле остальные отсутствуют, да, я так понимаю? Ну, окей, хорошо. Значит, вот. А вторую-то кто-нибудь сделал? Нет, давайте только, не, это самое. Сейчас сосредоточьтесь, так сказать, потому что как бы, ну, там время еще есть, вся неделя, да, еще там будет, допустим, а это только сейчас. Вот. Вот, а, соответственно, после лекции напишем с вами рубежный контроль, так называемый. Вот. Я постарался собрать для вас некоторые вопросы в виде такого теста. Вот. А там на самом деле даже есть отсыл и к тому, что у вас было до этого. Там даже один пример, один вопросик с ассемблером, там про инструкции и все прочее. То есть... Не дифференцированный зачет. Поэтому как бы либо два варианта. Либо вы его получите, либо не получите. Вот. Мне, в принципе, даже если был дифференцирован, мне как-то это не особо важно. Вот. Но вот этот вот рубежный контроль, он, соответственно, ну, логично, да, что он будет там оцениваться в некоторых баллах, да, и они, соответственно, каким-то образом контрибьютят в вашу общую успеваемость совместно с лабораторными работами и всем прочим остальным. Вот. Да. Нет, а вот он как раз дифференцированный. То есть в конце мы сведем все ваши показатели успеваемости, и на основе них будет ясно, так сказать, есть ли вам зачеты или вам нужно что-то как следует еще доработать. Вот. Поэтому, соответственно, там. Ну а в принципе, на самом деле, основная цель этого рубежного контроля измерить то, насколько, так сказать, усвоился материал, скажем так, и какие еще есть знания. То есть какая разница, сколько баллов нужно набрать, если вам нужно целиться на максимум в любом случае. Вот. А уж если там какие показатели, там минимум или максимум, это уже будет каким-то образом затем решаться. Вот. Но я хотел сказать, что там есть разные вопросы, там есть вопросы очень простые, есть вопросы сложные, есть вопросы, которые вам может показаться, что их вообще не было, но тут надо включить соображалку, да, как говорят, и немножко поразмыслить. Вот. Я на самом деле как бы специально это включил, я понимаю, что их вот конкретно, чтобы так вот, грубо говоря, там я сказал на лекциях, да, вы запомнили, а потом, соответственно, там вопросик выбрать. Такое есть, но это не очень, скажем так, легко и не очень способствует обучению. Поэтому тут нужно будет подумать. Вот. Ну, ладно, мы это ко всему этому еще перейдем. Я еще об этом скажу, когда мы сейчас будем уже к нему конкретнее переходить. Поэтому, но пока сейчас продолжим про память, про то, что мы начали в прошлый раз. И, да-да. А вот эта тема будет контрольной?
Вот который сейчас будет, нет. Ну, как бы, это вполне логично. Вот. Но тем не менее. А задачки будут рубежно? Ну, да, действительно, так сказать, через буквально час-полтора вы будете все это лицезреть, и как бы какая разница, что вот. Потому что предугадать, что я вам там насоставлял, невозможно нигде, соответственно, и толку это сейчас знать заранее. Вот. А задачки там или не задачки, какая разница? Попробуйте решить, потом посмотрим, как, какие успехи будут. Так вот, еще касательно самого курса, вот как бы вот этим вот сегодняшней лекцией мы, наверное, завершим вот эту вот первую часть, которую я говорил. Там есть еще темы, которые я планировал рассказать, но вот помимо управления памятью, еще как бы остается там файловая система, соответственно, система хранения, но все это в комплексе. Можно было бы еще более подробно рассмотреть ввод-вывод, но самые основы работы операционной системы, которые вот, мне хотелось бы рассказать, не опираясь на какую-либо конкретную операционную систему, на какую-либо конкретную архитектуру, они здесь есть. И вот сегодня как бы это вот тот минимум некоторый завершит. Далее мы уже будем рассматривать, начнем рассмотрение архитектуры операционных систем Windows NT, и там мы уже более подробно затронем все то, что вот мы не затронули здесь, потому что абстрактно рассматривать там файловую систему где-то там, я думаю, это нет смысла, мы уже будем ее рассматривать в конкретных приложениях, там, что у нас есть в Linux, что у нас есть в Windows, и как это все реализовано, как это все работает, и какие это имеет под собой перспективы, и как это практически используется. Также у нас потом мы вернемся к теме управления памятью уже в рамках операционной системы Windows, рассмотрим, как это сделано, как это реализовано в ReactOS, и все с этим связано. Но пока это мы забегаем вперед, но уже в не такое отдаленное будущее. А сейчас продолжим то, что мы на прошлой лекции уже начали. Вот как помните, у нас вот эта красивая картинка была о том, как преобразуются у нас адреса. Здесь мы затронули, что такое виртуальный адрес, как он с помощью таблиц страниц преобразуется физически, что такое фрейм, как мы помним, это страниц физической памяти, и как все это осуществляется. Затем, вот, что такое ПТЕ, опять мы сегодня к этому будем многократно возвращаться, вот, специально напомню вам про все вот эти вот минимальные как бы необходимые биты, которые здесь устанавливаются. Вот. Мы их опять-таки будем к ним возвращаться, но вот если надо запомнить то, что вот эти вот биты, они будут называться на самом деле по-разному, но суть одна и та же, то, что там, допустим, вот первый бит V, это бит, скажем так, валидности, да, в некоторых источниках он называется как бит присутствия. Здесь мы его тоже будем как бы так называть. Вот. Поэтому не удивляйтесь, что это там не какие-то там разные вещи. Это все идет речь именно о записи ПТЕ и ее различных дополнительной информации там сохраняемой. Ну и то, что страничная память, как у нас вот наглядно это все в разных процессах, вот тоже вот такое вот нагромождение всего, как оно преобразуется. Так вот, продолжая рассматривать страничную виртуальную память, в прошлый раз мы говорили, что, допустим, что у нас вся память резидентная, мы не рассматриваем тот вариант, когда у нас какая-то страница может не быть на самом деле физической памяти.
А сейчас мы переходим к тому, что, допустим, что адресное пространство может, вообще-то говоря, и не быть полностью резидентным. А на самом деле на практике оно так по большей части есть. Оно практически никогда полностью не резидентное, очевидно, да, потому что даже имея современной дешевизны оперативной памяти, в любом случае каждый процесс имеет достаточно большое виртуальное адресное пространство, и при всем желании, имея вот ту сотню процессов, которые у нас есть в системе, даже если ее перемножить на 4 гигабайта, то как бы каждому мы не в силах выделить точно вот всю вот эту вот физическую память. Ну, как бы 400 гигабайт при всем желании трудно найти. Вот. Поэтому какая-то часть адресного пространства находится в физической памяти, какая-то часть, соответственно, в некой вторичной памяти. Ну, под вторичной памятью, очевидно, понимается на дисковая подсистема, скажем так. Абстрагируясь от ее конкретной реализации, допустим, сейчас это может быть там Solid State Drive, раньше это были классические диски, вот, ну, как бы там еще можно придумать всего остального. С точки зрения операционной системы, что важно, она использует основную память в некотором роде как кэш. То есть вот у нее есть медленная память, это дисковая подсистема, она туда может выгружать процессы, может загружать оттуда, но вот основную память все равно даже сейчас используется как ограниченный ресурс. То есть это сродни вот этому классическому кэшированию. Вот. Ну, принцип работы достаточно простой, да, что нужная страница перемещается в свободный фрейм физической памяти из вторичной памяти. А если свободных фреймов физической памяти нету, то, соответственно, страница какая-либо выгружается на диск и таким образом освобождает столь драгоценный фрейм физической памяти. Здесь важно отметить, что запись, собственно говоря, во вторичную память происходит только тогда, когда вот эта страница в основной памяти была модифицирована. А если она не была модифицирована, то, соответственно, как бы и выгружать нечего. Данные, если там данных нет. Вот весь вот этот вот процесс, он на самом деле происходит прозрачно для программы. Никакая программа сама не управляет тем, что какую страницу ей выгрузить, какую страницу ей в основную память загрузить. Вот в чем здесь смысл менеджера памяти операционной системы, чтобы вот это все абстрагировать и сделать это прозрачным для программиста, чтобы он не напрягался на вот эту вот тему. А почему это сложно, мы вот сейчас далее и посмотрим. Но прежде введем еще такое понятие, как так называемый page fault. В русском языке, опять-таки, есть целый ряд названий разнообразных. Ну, я вот предпочитаю все-таки это назвать это страничным прерыванием. Часто я слышал термины и страничная неудача, и страничная ошибка, и еще все остальное. Ну, если мы это перейдем с английского, да, то fault — это, естественно, как бы некоторая ошибка, неудача или что-либо еще. Page, соответственно, страница. Но вот это словосочетание надо понимать как бы вместе, не переводя его буквально. Вот. Оно обозначает именно страничное прерывание. Что это такое, по сути своей, да? Процесс обращается к виртуальному адресу на выгруженной странице. То есть страница, в принципе, отсутствует. При этом обращении и происходит страничное прерывание, то есть происходит page fault. Как весь этот процесс работает? Да? Когда страница выгружается, операционная система устанавливает вот тот самый бит присутствия, о котором я только сейчас вот говорил. То есть в английском языке это validity, то есть бит, является ли валидной ячейкой PTE. Вот этот бит устанавливается в ноль. И там же, в PTE, ну, для того, чтобы как-то оптимизировать все это, весь этот процесс, записывается, куда она была, соответственно, выгружена, эта страничка. Когда же процесс наш
обращается к этой страничке, то происходит исключение. Так как бит валидности установлен в ноль, то это, соответственно, сигнализирует о том, что этой страницы нету. То есть вот он весь так, скажем так, основа работы всего менеджера памяти вот в этих вот двух строчках состоит. В том, что он в нужное время выдает эти пейдж-фолты. А дальше уже начинается там иерархия всех этих замысловатых алгоритмов, рабочих множеств, всего-всего прочего. Так вот, возвращаясь. После того, как произошло исключение, операционная система передает управление обработчику этого исключения, соответственно, это страничное прерывание. Обработчик находит то место, куда была выгружена эта страничка, считывает эту страницу в фрейм физической памяти, обновляет ПТЕ, ставит бит валидности в единицу, и у нас появляется в физической памяти новая страничка. То есть вот это вкратце, так вот, может быть, сходу это как-то и сложно, но процесс достаточно простой. То есть, соответственно, если страницы нету, то сама же операционная система ее и загружает обратно. Или выгружает, когда ей это надо. Вот это все и происходит. Вот, собственно говоря, загрузка по требованию. Еще один ключевой механизм работы менеджера памяти. Практически все страницы памяти загружаются по требованию. То есть в чем смысл? Как бы, хотя это говорит, что масло-масляное, но тем не менее, страницы загружаются в основную память только тогда, когда к ним происходит непосредственное обращение. Это один из вариантов. Потому что иначе мы можем там загрузить, опять-таки, все там 400 гигабайт, 100 процессов могут занять. Хотя к ним никакого обращения не будет, но если бы не было загрузки по требованию, то у нас бы все вот это, и процессы бы грузились достаточно долго. Но в чем здесь есть некоторое, уже появляется, в чем появляется некоторый интерес? В том, что на самом деле предсказать заранее, какая страница будет загружена в будущем, то есть к какой странице будет обращение в будущем, чтобы нам заранее бы ее загрузить. Вот это уже здесь начинается такое вот гадание на кофейной гуще. Там множество алгоритмов разработано, есть разные подходы к этому. Но самый логичный из них – это так называемая кластеризация. То есть операционная система ведет учет страниц, которые обычно загружаются вместе. То есть здесь, кстати говоря, не следует путать. Кластеризация – это не то же самое, это не тот принцип локальности, который мы дальше еще рассмотрим. Это он состоит в том, что вот те страницы, которые обычно загружаются вместе, даже если они расположены в разных местах виртуальной памяти или физической памяти, то если идет обращение к одной из них, то операционка загружает все страницы из этого кластера. То есть это как бы такой естественный подход к тому, как можно провести такую исходную оптимизацию этого алгоритма. Вот. Ну и даже можно пойти уже дальше и предоставить программисту возможность определять эти кластеры. Вот. Но это как бы уже все идет уже на то, насколько продвинута эта операционка. Далее. Механизм замещения страниц. Такая вот тоже одна из основополагающих вещей. В чем его смысл? Допустим, у нас заняты все страницы, все фреймы физической памяти. А нам нужно загрузить еще одну страничку. Вопрос. Какую из страниц физической памяти выгрузить? Значит, он вполне естественный. Вот, а страниц много. И от этого очень многое зависит. Соответственно, ну, алгоритм работы простой. Выбрать страницу, которая не понадобится в ближайшем будущем. Выбрать страницу, которая не была модифицирована, чтобы обойтись там без записи ее на диск. Ну и как бы, чтобы обойтись без замены, в принципе, там есть различные ухищрения, там операционка ведет пул свободных страниц, там, ну, как бы, каким-то образом все это решается. Но
Основа в том, что есть такая вот проблема замещения страниц. И мы ее посмотрим, как затем она решается. Вот. Вот это вот такие вот основные вещи, без которых мы дальше не могли бы уже продолжать рассмотрение управления памятью, поэтому. Вот. Но посмотрев все вот эти вот, введя эти понятия, как страничное прерывание, загрузка по требованию, замещение страниц, теперь можно подумать и погрузиться в ту последовательность действий, которая происходит, когда у нас загружается программа. Вот, допустим, вы там опять-таки тот же браузер, да, запускаете на любой операционной системе, тогда происходит некоторая последовательность действий между тем, как вы там дабл-клик на значок браузера сделали, и когда у нас появилось окошко этого браузера. То есть вот в этом вот промежутке времени на самом деле скрыто достаточно большое число действий интересных, которые мы сейчас посмотрим. Ну, первое, понятное дело, это для того, чтобы нам создать новый процесс, создается процесс Control-блок, PCB. Затем создается таблица страниц для этого процесса, которая описывает его виртуальное адресное пространство. Затем образ программы на диске размещается блоками в адресное пространство. Он туда не копируется, пока мы говорим просто о том, что он там неким образом размещается. Затем строится таблица страниц, указатель на который уже есть в PCB, которая у нас была вон там на втором шаге создана. Все ПТЕ этой таблицы имеют бит присутствия 0. То есть у нас виртуальное адресное пространство в начале, при старте процесса, оно полностью пустое в плане отображения на физическую память. То есть ни одна страница у нас не присутствует. И в эти же ПТЕ заносится информация о нахождении этих физических страниц уже во вторичной памяти. То есть о нахождении их на дисковом носителе. Затем, вот несмотря на то, что вот это вот у нас вот так вот все сделано, и все ПТЕ, включая те ПТЕ, которые описывают непосредственно сам код, выполняемый код этого процесса, они все имеют бит присутствия 0. Поэтому. И после этого мы передаем управление на точку входа этого процесса. Исполнение первой же инструкции приводит к пейдж-фолту, к страничному прерыванию. А обработчик прерывания уже загружает эти страницы из дисковой памяти. Удивительно на самом деле, но вот оно так работает. То есть никто там заранее ничего не подгружает. Все загружается пейдж-фолтами по требованию. Первая инструкция откуда взялась, если если одна страница не соответствует фрейму? Ну, есть же точка входа, адрес. Есть, а инструкция? Вот. А так процессор пытается ее прочитать, и обламывается. Тут же происходит страничное прерывание, которое подгружает этот код, возвращает туда, процессор уже радостно выполняет первую инструкцию. И если она уже куда-то ссылается, то, соответственно, происходит либо еще одно страничное прерывание, либо он идет дальше до первого обращения к тому, как к отсутствующей странице памяти. Вот. Ну, вот принцип локальности, про который я уже говорил чуть ранее, на самом деле. То есть то, что тут два есть таких подхода, либо это одна загрузка, много обращений, поэтому это локальность по времени, либо это, соответственно, обращение к страницам рядом с уже загруженной, то есть это локальность по расположению. Ну и загрузка страниц, вот это вот, по требованию, она на самом деле может быть частой, может быть нечастой. Это все зависит от
опять-таки от этой локальности, от политики замещения страниц, вот то, что мы опять раньше чуть рассматривали, от объема физической памяти и от так называемого рабочего множества. Мы про него сейчас еще очень подробно расскажем. Так вот, возвращаясь еще к алгоритму замещения страниц, значит, уже зная вот это вот, в чем его смысл? Его великий смысл, на самом деле, уменьшить число вот этих пейдж-фолтов, то есть число этих страничных прерываний. За счет того, что выбрать лучшую страницу для выгрузки. То есть, ну, как бы опять-таки, нам капитан очевидность намекает, что лучше выгрузить ту страницу, к которой вообще больше не будет обращений. Правильно? Тогда как бы и освободим место, решим все вопросы, и у нас компьютер будет работать быстро и без тормозов. Так вот, рассмотрим разные алгоритмы, которые были предложены к решению вот этой вот проблемы. Она на самом деле, как оказалось, такая вот фундаментально основополагающая. Это некоторый аналог того, что вот как у нас в алгоритмах планирования, да, они вот существенно влияют на производительность системы, на ее отзывчивость, ну и как бы на общую производительность. Вот. А здесь опять-таки вот есть такой в менеджере памяти, тоже есть такая вот своя маленькая ниша, которая оказывает большое влияние. И здесь тоже много всего уже было наисследовано. И опять-таки есть еще и чем позаниматься. Вот. Первый алгоритм называется. Алгоритм вот человека с такой вот фамилией, Биледи. Чем он примечательный? Этот алгоритм, тем, что его оптимальность, она доказана по критерию наименьшего числа страничных прерываний. То есть это, скажем так, не просто абстрактный алгоритм, а здесь уже с некоторыми минимальными математическими выкладками. Вот. Алгоритм на самом деле можно описать практически одной строчкой. Это выгрузить страницу, который дольше всех не будет использоваться в будущем. То есть, казалось бы, ну, что тут? Вообще отличное описание алгоритма. Но в чем проблема? Проблема, как предсказать, какая страница дольше всех не будет использоваться в будущем. Вот она в чем проблема. Поэтому физический смысл вот этого алгоритма Биледи, его реализовать на практике на самом деле особенно-то и нельзя. Его смысл только в том, чтобы использовать его, скажем так, в качестве вот эталона для сравнения. То есть, если вы реализовали какой-то другой алгоритм, практически в операционной системе, и он оказался не намного хуже, чем алгоритм Биледи, то значит вы сделали очень хороший алгоритм. Вот в этом такой вот смысл. Но, опять-таки, на самом деле, не существует так называемого лучшего алгоритма, да? Потому что все зависит от задачи. Вот опять-таки отсыл к алгоритму планирования. Да? Вот у нас есть одни интерактивные процессы, у нас есть фоновые процессы. Для интерактивных у нас один алгоритм, для фоновых у нас другой. И кто-то в прошлый раз гениально заметил, что вообще-то, наверное, используется объединение этих всех алгоритмов. В некотором роде здесь отчасти так же, но все-таки не совсем так. Вот, ну и не существует худшего алгоритма, который там хуже всего, но стоит отметить, что в качестве эталона худшего алгоритма замещения можно указать это случайный выбор страниц или замещения. То есть, если мы будем выбирать случайно, то в плане критерия наименьшего числа страничных прерываний
это у нас покажет худший результат. Но как бы это только специфика данного случая. То есть случайно это не всегда худшее. Так вот, рассмотрев такую вот теоретическую, скажем так, вещь, как алгоритм Белэйди, первое, что нам приходит на ум, или как напишут в книжках, внимательный читатель наверняка бы догадался, что первым будет алгоритм FIFO. Он у нас буквально везде идет первым. Вот. Ну, как бы достаточно просто в реализации. При загрузке страницы мы помещаем ее в конец списка, а выгружаем страницы из начала списка. То есть как бы все достаточно просто. Преимущество у него очевидное. Выгружается самая старая страница. Возможно, она редко используемая, поэтому как бы в этом есть смысл. Но недостаток. А может, эта старая страница одна из наиболее часто используемых. Она загрузилась один раз, и к ней постоянно идут обращения. А FIFO возьмет ее и выгрузит. И у нас опять будет страничное прерывание, у нас все это будет вот по кругу крутиться. Нет уверенности в том, что она редко используема. Ну и, соответственно, производительность этого алгоритма не самая лучшая. И еще есть так называемое понятие аномалии Белэйди. Ну, вот этот человек много занимался изучением этой проблемы, поэтому мы так часто к нему делаем отсылы. Вот. Если дать процессу больше физической памяти, то при определенной последовательности обращений к страницам это приведет к увеличению числа страничных прерываний. То есть аномалия в чем заключается в данном алгоритме? Казалось бы, вот у нас есть определенная ограниченная физическая память, и выполняется процесс, и он постоянно там генерирует страничное прерывание. Казалось бы, давайте там, грубо говоря, там вот как в компьютер, да, тормозит, давайте вставим туда еще памяти оперативной, и он у нас будет шустрее работать. А вот оказалось, что если использовать алгоритм FIFO, то Белэйди доказал, что в определенных случаях, если вставить, вот скажем так, в компьютер больше физической памяти, то этих страничных прерываний станет еще больше в определенных условиях. Вот такая вот интересная штука. Расписывать, делать математические выкладки мы не будем, но те, кто интересуется, может поискать по этому слову аномалии Белэйди и найти все соответствующие выкладки уже в интернете. Там это достаточно хорошо описано, почему это происходит, какая последовательность обращений к страницам должна произойти, чтобы вот это вот случилось. Но тот факт, что она есть, он достаточно интересный, потому что интуитивно всегда казалось бы, вот, больше памяти, меньше страничных прерываний, соответственно, меньше тормозит. Следующий алгоритм, скажем так, следующая ступень в эволюции уже развития, наверное, это так называемый алгоритм LRU, Least Recently Used. Почему-то я посмотрел, у нас в русскоязычной литературе его не совсем хотят переводить, вот. Но как нетрудно выяснить из английского языка, это наименее используемое. То есть, что он здесь делает? Использует информацию об обращениях к странице памяти для принятия решения о ее выгрузке. Как бы основная идея, она такая. То есть смысл это угадать будущее на основе прошлого. При замещении страницы выгружать ту, к которой дольше всех не было обращений, то есть которая дольше всех не использовалась. Вот если сравним это с алгоритмом Белэйди, который был у нас в первой части, то он заглядывает в будущее. А алгоритм LRU на самом деле заглядывает в прошлое для того, чтобы сделать
для того, чтобы принять решение о том, какую страницу выгрузить. Ну вот практическая реализация, то в идеале нам нужно было бы сохранять время при каждом обращении к памяти в ПТЕ и сортировать на основе этих данных, делать такой вот сортированный список. И, соответственно, та, к которой дольше всех не было обращений, то ее и выбирать первым кандидатом на выгрузку. Но сами понимаете, если у нас каждое обращение к памяти будет сопровождаться записью вот этого вот значения, последнего обращения к этой странице памяти, то у нас система будет тормозить так, что все преимущества вот этого LRU вообще на нет сойдут. То есть это слишком дорого реализовать. Поэтому на практике LRU вот в чистом своем виде, как и алгоритм BLADY, да, он не реализуется. Но есть аппроксимации. Нас, как всегда, спасает математический подход ко всему. Можно реализовать разные приближения к вот этому least recently used алгоритму. Для этого даже есть специальный бит в ПТЕ, который называется бит референсов. Он, соответственно, бит он на той бит, что он может быть установлен либо в 0, либо в единицу. Соответственно, логичный от вас вопрос, да? Если у нас это 0 или единица, как мы узнаем, когда там к ней доступ-то был? Давно или недавно? Или не было вообще. Вот. Алгоритм аппроксимации очень простой. Регулярно, через какие-то равные промежутки времени, мы смотрим, если бит референсед у данной страницы равен нулю, то мы увеличиваем некий счетчик. А если бит референсед равен единице, то мы этот счетчик обнуляем. И соответственно, вот эти два условия, а вот это выполняем всегда. То есть бит референс обнуляем через равные промежутки времени. Таким образом, вот эта вот нехитрая аппроксимация приводит к тому, что счетчик будет содержать количество временных интервалов с момента последнего обращения к памяти, к этой страничке. Ну и выгружается та страничка, у которой это значение наивысшее. В некоторых архитектурах этого бита в ПТЕ нету. В x86 и x64 он есть, в других нету, и там используются различные не очень-то красивые ухищрения, которые мы рассматривать особенно не будем, то есть что грузить. Это аппаратно такой реализовано, да? Да, бит референс, потому что он устанавливается автоматически архитектурой, процессором, когда происходит доступ к памяти, чтобы это было достаточно быстро. Обнуляет наш уже наша штуковина, наш таймер, который по таймеру крутится, и вот выполняет вот эти вот три строчки. И уже, соответственно, это самое, не слишком долго будет работать. Страниц там много, то есть надо каждую страницу посмотреть. Да. Но это смотря какие установить периоды, да, если там этот период 1 секунда, то в принципе это нормально. Можно раз в минуту там или как угодно. Вот. То есть это все зависит от этих интервалов. Но этот момент всем понятен? Да, слушаю вас. А так вы, видимо, отвлеклись на лабораторную работу, потому что я вернусь на несколько слайдов. Вот здесь я специально дописал. Эталон худшего алгоритма – это случайно выбор страницы для замены. А одну и ту же выбирать это не будет ли хуже? А не будет ли хуже выбирать одну и ту же страницу постоянно? Не, а вдруг, если мы предположим, да, что вот эта одна и та же, она окажется так, который меньше всего обращений. И вдруг этот алгоритм станет у нас гениальным, потому что он у нас выйдет самым оптимальным. Вот. А когда случайный, то это значит разброс некий и, соответственно, уже такая вот ситуация. Можно спросить? Да. А где этот счетчик, который в памяти?
которая тоже в некой страничке, к которой тоже осуществляется доступ, но к ней, скажем так, не ведется обращение. Она там всегда резидентная в ядре, допустим. А разрядность счетчика? Ну, так как число временных интервалов небольшое между этим, то, в принципе, не суть принципиально. То есть, ну, видимо, делать разрядность меньше, чем 32 бита на 32-битной архитектуре не имеет смысла. Вот, поэтому, если только его хранить там где-то еще в ПТЕ, там, но и то вряд ли там 3 бита на это выделить. Вот. То есть, в принципе, лучше, конечно, отдельно. Далее, есть еще один алгоритм, так называемый, вот если этот был у нас least recently used, то это у нас алгоритм not recently used. Такая тонкая, тонкий английский юмор в этих словах есть. Вот. Если та была наименее недавно используемая, то это по-другому, даже на русский язык как-то выкрутить сложно. Поэтому в русском языке это называется алгоритм, но он не только в русском языке, он и в английском называется clock. То есть это некоторый алгоритм часовой, так его назовем. Вот. Суть его. Он замещает достаточно старую страницу. Фреймы физической памяти организуются в виде часов. То есть вот я тут нарисовал. Есть такая вот стрелочка часовая. А по кругу у нас располагаются фреймы физической памяти. Стрелка эта выбирает кандидата на выгрузку. То есть идет по кругу по часам. Если бит референс равен нулю, то выгружает эту страничку. Если бит референс равен единице, то обнуляет его и идет дальше. Все это, соответственно, через регулярные промежутки времени. Если много памяти, то, соответственно, затраты ниже и ниже точность этого алгоритма. Такая вот его особенность. А можно вопрос еще по этому алгоритму? Да, конечно. А почему при большом объеме памяти мы затраты будут ниже? Потому что мы их как бы реже будем выгружать, на самом деле. А если оно заполнится? То нам придется больше бегать по памяти. Ну, в принципе, да, больше. Ну, вообще говоря, я хотел сделать акцент, что ниже точность его. То есть, насколько вот часть этих страниц окажется помеченными, что они не были недавно используемыми, или были, вот. А, тут еще дело в чем, я, наверное, не сказал. Вот эти вот странички, да, сюда вот помещаются в этот вот список, те, которые используются изначально, да, то есть те, у которых референс равно одному. Вот идет по кругу вот эта вот стрелочка и начинает обнулять этот референс. И, соответственно, выгружать при необходимости. Поэтому у нас вот в этом круге и все время получается только те, выпадают только те, которые не были недавно использованы. А, так он все выкидывает, что не были недавно использованы? Да. А добавляется в этот круг? Ну, когда она загружается, то она, естественно, референс это единичка, и сюда она добавляется. А в какое место? В... Нет, не ту в старую. А, соответственно, после стрелочки, правильно, туда, куда стрелочка указывает, да. Угу. Надо было мне его нарисовать в динамике. Он так красиво выглядит там, когда вот это все. Даже иногда добавляется вторая часовая стрелка, чтобы там обеспечить еще более один уровень, как я люблю говорить, накрученности этого алгоритма. О. Но все равно, как бы, вот если говорить о практическом применении, да, то алгоритм
LRU применяется намного чаще и больше на практике, чем вот этот часовой алгоритм. Так вот, как они еще, что здесь есть еще из этого можно заметить? Как вот эти вот еще есть одна задача, как распределить фреймы физической памяти, не просто вот внутри одного процесса, да, а между процессами. То есть здесь есть два подхода. Либо это локальный алгоритм замещения, то есть у каждого процесса свой лимит на число страниц, которые он может использовать, и выгружать он может только свои странички. Либо глобальный алгоритм, когда неважно, чьи странички, кому принадлежат эти странички, какому процессу, алгоритм замещения идет по большому кругу и выгружает уже вне зависимости от владельца. Вот если говорить о практике, то Linux использует глобальное замещение. Ну и есть, естественно, гибридные алгоритмы. Это и локальное замещение, и там явное добавление, удаление фрейма, всякие прочие вещи. Теперь еще один алгоритм, очень-очень важный с практической точки зрения. Это так называемое рабочее множество. Оно нужно для моделирования локальности использования памяти. Вот такой вот замысловатый термин, сейчас как бы поймете. Вот. Значит, что по сути своей такое рабочее множество? Это множество тех страниц процесса, которые ему сейчас нужны. То есть определение достаточно простое. Формально его ввел Петер Деннинг в 1968 году. Здесь такой вот удивительный факт, да, потому что на самом деле алгоритм рабочего множества используется до сих пор. Он у нас везде, он у нас и в Windows, и во всех других системах. Представляете себе, в 68 году вот этот человек формально его определил и расписал так, что мы на самом деле до сих пор этим всем пользуемся. То есть, а еще как бы это отсыл к тому, что вот многие говорят, что там сейчас очень сильно все меняется в операционных системах. Но вот опять-таки, как я люблю замечать, основы были заложены еще вот в 60-70-х годах. И на самом деле все, что есть сейчас, это просто дальнейшая оптимизация, улучшение уже вот на основе этих основ. Так вот, формально, как его Деннинг определил, значит, WS от, соответственно, T и W, это определяется как страницы P, к которым были обращения за интервал времени T минус W, T, где, соответственно, T это время, а W это окно рабочего множества. От слова, соответственно, window. Потому что, почему такое определение, да? Нельзя сказать множество тех страниц, которые процессу нужны сейчас. Вот это сейчас, оно имеет, во-первых, какую-то точку во времени, когда сейчас, и имеет некоторую длительность там. Вот. Это, грубо говоря, там за одну инструкцию, или там это на протяжении каких страниц, ему на протяжении там одной секунды нужны. Вот это вот и есть понятие рабочего множества. Ну, если как бы перефразировать, то страница находится в рабочем множестве тогда, когда к ней обращались за последние W единиц времени. Ну, соответственно, WS изменяется во времени, и размер рабочего множества также изменяется во времени. То есть это такие плавающие величины. Если помните, мы в прошлый раз с вами смотрели на Task Manager и видели там, что включив вкладку «Процессы», мы вот здесь вот видели такую вот удивительную вещь. И там вот написано вот в этом вот столбце, написано «Working Set Memory». Так вот, это именно то самое понятие,
рабочего множества. И вот это вот его текущий размер в понимании того, в понимании операционной системы Windows. То есть вот вам пример того, как теория реализуется на практике. Причем, мало того, если мы вот сейчас рассматриваем в общем варианте, то здесь есть достаточно много разных уже усложнений и прочего. Там вот видите, допустим, у процесса есть private working set, есть просто working set. Также ведется размер, ведется учет пикового размера его рабочего множества. Вот у нас там сейчас, если мы посмотрим туда, отсортировано по, я надеюсь, по размеру занимаемого рабочего множества. Вот. Ну, как видим, SVC-хост у нас имеет самое большое рабочее множество. А вот если мы отсортируем по пиковому размеру, то опять-таки другой SVC-хост у нас имеет еще больше пиковый максимальный размер рабочего множества. Ну, а вот разные другие процессы. Вот пиковая — это за все время работы. А вот как измеряется размер working set, который вот здесь показывается, мы это с вами поговорим через несколько лекций, когда мы будем рассматривать менеджер памяти Windows NT в подробностях. Вот там уже как бы про все вот это вот расскажем. А? Вот, я и говорю, тогда мы уже рассмотрим, в чем отличие вот этого working set от private working set и еще от кучи разных вещей, которые там реализованы. Как там реализован LRU и все-все-все вот это вот мы с вами посмотрим. Достаточно интересно будет на самом деле. Это близко к тому, но не то же. Это я вот еще вот в прошлый раз говорил, да? То есть, когда мы говорим, там, сколько там процесс занимает страниц физической памяти. Вот я говорю, нельзя как бы так на этот вопрос очень просто ответить, да? Потому что вот есть вот куча всяких разных показателей, и можно по разным показателям вот это все мерить. Но основополагающий, конечно, размер его рабочего множества. Потому что оно должно быть резидентным. Так вот, возвращаясь к рабочему множеству. Его размер. Введем вот такое классическое обозначение размера. Он зависит от локальности. То есть при плохой локальности подгружается много страниц, и в этот момент размер рабочего множества увеличивается. Вот. Другой факт, о котором я только что сказал, очевидно, что рабочее множество должно быть резидентным в памяти. Иначе случится так называемая пробуксовка, трэшинг. Значит, то есть постоянные страничные прерывания. Для того, чтобы подгрузить страницу, которая составляет часть рабочего множества, потому что без нее процесс не может работать, он к ней обращается. А перевод слова трэшинг, ну, я думаю, в принципе, он достаточно удачный, это пробуксовка. На самом деле, когда такое случается, то компьютер существенно затормаживается, и, соответственно, поэтому и такое определение этого термина. Вот. Ну, вот как раз на последние два пункта я уже только что показал. Вот. В принципе, за это берется некий средний размер этого рабочего множества за последние n секунд, минут, часов или какой-то непонятной величины, то есть интервала времени. Ну, если вкратце рассматривать алгоритм, да, то это как, скажем так,
запустить процесс, разрешить его, скажем так, запуск. Да? Перед тем, как запустить процесс, мы должны оценить размер его исходного рабочего множества. То есть вот этот WS, вот 0,W. Каким-то образом его оценить. И запустить этот процесс только тогда, когда у нас есть столько фреймов физической памяти, чтобы туда поместилось вот это вот исходное рабочее множество. Ну и затем, используя алгоритм замещения, то загружать уже нужные, в кавычках, страницы и динамически отслеживать размеры этого рабочего множества процесса. Здесь, конечно, есть вопросы там, и как вот это исходное W выбрать, и как вообще вот это оценить его исходный размер рабочего множества. Еще у нас осталось буквально один алгоритм, который есть. Это так называемый алгоритм PFF, то есть алгоритм Page Fault Frequency, частоты возникновения страничных прерываний. Он в корне отличается от всех остальных, потому что он пытается уравнять число страничных прерываний между всеми процессами и снизить их общее число. То есть за счет чего он это делает? Очень просто. Он следит за числом страничных прерываний каждого процесса. Если оно выше определенного порога, то он предоставляет этому процессу больше памяти. А соответственно, если оно меньше, то забирает у него память. И таким образом он эту память перераспределяет между процессами и регулирует число страничных прерываний. Все как бы гениальное в этом плане просто. Ну и про трэшинг, так называемую пробуксовку, я уже говорил, но останусь чуть-чуть более подробно. Это она происходит, когда система проводит большую часть времени, обслуживая страничные прерывания, а не занимаясь полезной работой, вычислениями, чем угодно еще. Из-за чего это происходит? Из-за неправильного алгоритма замещения страниц при достаточном объеме памяти, либо если объема физической памяти просто недостаточно. То есть это слишком большое число активных процессов, допустим, или что-либо еще. Ну, это как бы вот такое ненормальное состояние, которое должно каким-то образом решаться. Вот. Ну, что касается управления памятью, то на этом, я думаю, мы его вот в рамках такого абстрактного рассмотрения завершим. А потом уже, во второй части курса по рассмотрению практики реализации в операционных системах семейства Windows NT, там мы уже будем в деталях рассматривать уже конкретную реализацию, как вот это все сделано на практике. Поэтому сегодня у нас такая лекция небольшая, как бы вот в дополнение к предыдущей, поэтому на этом все. Мы сейчас тогда, у нас же осталось, сколько времени до конца у нас? 20 минут, да? Вот как раз мы их тогда посвятим лабораторной работе, сейчас лабораторным работам. То есть вы можете там сдать что-то или что-либо еще. Вот. Ну, окей, на этом мы завершаем тогда видео. Отключим.